Всем здорово, народ. Вот приехали. Да. Я свою маску надеваю. Да, он надевает и перебивает. Знаете, куда мы пришли? О, ё-моё. Давай, говори. Ладно, сам говори. Излагай. Сам говори. А мы пришли в супермаркет. Ладно. Обслуживание супермаркета. Самообслуживание или как? Кассы нет? Касса есть, точнее, но нет кассирш. Или как там будет правильно? Ну, не знаю, сейчас пойдем посмотрим. Онлайн-касса. Не, супермаркет без продавцов. Ну, в принципе, там есть продавцы, нет, но продавцы... есть и касса без продавца. Да, короче. Ну, сейчас посмотрим, пойдем посмотрим, как говорится. На месте, как только так сразу на месте расскажем. Нам стало дико интересно, как это все работает. Вообще работает ли она такая система? Без кассира. Самообслуживание. Касса самообслуживания. Так и называется, наверное, да? Соковыжималка 100 тенге. 1100 тенге. Вот такая соковыжималка. А вот пошел покупать морковь. Ты что, морковь, да, решил купить? Вот, видите, терминал получается без продавца. Это не касса. Мальчик, уйди отсюда, это не касса. Картошка по 80 тенге, а нет, по 102 тенге. Капуста. Математика всегда у тебя. 142 тенге. Морковь 144 тенге. Морковь 144, да? Морковь. Да, морковь. 122, да? 122. Почему он же показан 144? Дыня 159 тенге. Очень уютно. Приятная, да, атмосфера здесь? Свет везде отражается. Очень красиво. Есть и второй этаж. Вон. Там вино. Спиртные напитки продают. Приходишь, ставишь пакетик и открываешь. Высыпается. Очень прикольно. Здесь не играет музыка. Музыку бы еще. А так бы вообще тема была. Есть и кафешка на втором этаже. Сейчас посмотрим, как подняться на второй этаж. А этот отдел газированные напитки. Просто напитки. И торты. Подойдем к кассе. Посмотрим, как все это работает. Оплачивается через QR-код. Безналичная оплата. Онлайн оплата. Чели, макароны. Вот такие вот цены. Хлопья. Сейчас мамка выбирает. Скидка, говорит. Что выбрали? Что собираетесь брать, дамы и господа? Вермишель. Без макароны забрать. Сахар 305 тенге за килограмм. Так вот открыто. Люди надо закрывать. И рис 209 тенге. А наши еще набирают макароны. Вермишель много не бывает. Закупать весы без продавца. Сам подходишь, выбираешь, ставишь ценник. Хотя суть не в этом. Сейчас к кассе подойдем. Алату, интересно, как эта система работает. Здесь вкусно, вкусная гречка. Почему именно гречки нет? Да. Жаловаться буду. Остальное гречки нет. Гречка же это, она в цене поднялась. Дефицит гречки. Как угли нет. Угли нет. Еще много набрали. Еще хочет на макароны. Это спираль макароны. Сам мастер макарона знает, как. Да. Серега, он просто умеет читать. Там склад. Это макароны. Тут происходит ссора. Что случилось? Закипишь. Ладно, буду себя снимать. А вот. Буду себя только.
Там он пожилой человек чуть кипиш поднял. Что-то попросили, наверное. О, красивая девушка. О, колбасный отдел с подсветкой. 2600 фарш. Мы все еще находимся в супермаркете. Еще не закончилось. Будьте с нами. Узнаете, что мы закупились. Теперь направляемся к кассе. Надо круг делать, чтобы пройти к кассу. Нет, там можно было спуститься. Но мы еще не захотели, идем уже по кругу. А вот пошел салатный отдел. Там выбирать. Салаты. Вот. И мы идем на кассу. Да-да-да-дам-дам-дам-да-дам-да-дам. Покупка была затеяна ради одной кассы. Да. После кассы решить надо такая помощница рядом, помогает, объясняет. А, не нам это такая касса, да? Требуется помощь. Компьютеру требуется помощь. Не для нас, да? Нет, не для нас. А, что-то чуть не доработан. Зависает. Или мы зависаем. Все оплачено. Оплатили. Чек выдает. Чек снизу выдается. Наша помощница. Все ложим в тележку. Входим в вот такой турникет. Направляемся к выходу. Скоро и продавцов не надо будет. Тележку обратно, всегда делайте так. Да, вот закупились в супермаркете, все было отлично, но несколько раз, кажется, вышло из строя из-за того, что вещей много, ну, продуктов мы много набрали. Да, с весами, да, как? Да, в основном. Как бы непонятного, да, такое есть. Да, это как экспресс-касса работает? Да, по ходу работает для небольших товаров, там, например, если вы хотите пару вещей, ну, напиток или что-то такое взять, пару продуктов или как-то. Для этого она предназначена. А для таких больших продуктов... Я думаю, чуть недоработан. Сразу... Если бы там девушка не стояла, то мы стояли бы, тупили. Но в скором времени уже настает будущее, уже продавцы не нужны будут. Много кого уже не нужно. Да. В принципе, да? Ладно, все, подписываемся, ставим лайки, будьте с нами. Дальше больше будет интересно. А это была проверка. Да, в принципе, отлично. До новых встреч. До свидания. Салам алейкум.